От Матфея, Святаго Евангелия, чтение. Речи Господи своим учеником, вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токмо отец, и отца, кто знает, токмо сын, и мужащий волит сына открытий. Придите ко мне, все труждающиеся и обременены, и я упокою вы, возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго мое благо, и бремя мое легко есть. Слава тебе, Господи, слава тебе. Thank you.
Вот эти бумаги. Не отдал. Где было вставать? Завтра 8 туда. Ну да. Сразу после службы. Так что завтра ко мне на чай? Нет. Если тут пробежать. Тогда вот. Так что зря не отказывайтесь. Ладно. Вечером будет. Будем иметь в виду. Thank you.
дьяконский монашеский чин и богохранимую страну нашу, российскую, правительство и всех православных людей в Отечестве, в России, несущих да поминет Господь Бог во царстве и своем всегда, ныне присно и во веки веков. Thank you.